Проезд в метро, трамваях и автобусах в Казани будет бесплатным. Один день на безбилетный проезд смогут рассчитывать обладатели браслетов «Я проголосовал». Его получат все избиратели на своих участках. До них и обратно жители отдаленных поселков столицы будут подвозить специальные автобусы с интервалом в 2 часа. Например, жители ЖК «Светлая долина» до избирательного участка будут довозить от 3-го дома улицы Натана Рахлина. Всего столичным исполкомом выделено 56 дополнительных автобусов на такую перевозку казанцев. Места отправления указаны на таких объявлениях. Они расклеены у подъездов. Комитет по транспорту просит обратить внимание на подобную информацию. Сухая река, ну скажем, жилой массив Гробовский, Щербаковка, Чебокса, большие и малые дербышки и так далее. Дополнительно будут организованы автобусные маршруты до избирательных участков, которые начнут свою работу с 8 часов, забирают людей, привозят на избирательные участки, дожидаются их, возвращают в поселки.